Всем привет! Вы смотрите «Хорошие новости» на телеканале Arctic TV, в студии Дмитрий Роха. В США во время эпидемии стала возрождаться профессия молочника. Работник оставляет молоко у порога, стучит в дверь и уходит. Так покупка продукта становится безопасней и в то же время навевает приятные воспоминания о прошлых традициях. На старинных улочках Вашингтона снова, как и десятки лет назад, к домам подходит молочник. Сет Бурмейстер привозит молоко, мороженое и яйца с фермы в 100 километрах от города. За день обслуживает 150 семей. Из-за эпидемии и карантина многие пользуются доставкой. Среди местных детей молочник уже стал знаменитостью. Они выбегают поздороваться или машут ему рукой из окна. Приятно делать это для людей и видеть их благодарность за доставку. Для детей это как Рождество. Они открывают коробку и говорят: «Мама, папа, посмотрите, здесь мороженое и молоко». Это очень приятно. Некоторые компании стали получать в несколько раз больше запросов на доставку молока. В последние выходные марта произошел первый всплеск заказов. Обычно мы обслуживали 50-100 человек, а тут поступило более 800 заявок. Директор молочной фабрики Тони Бруско считает, что доставка молока важна не только во время карантина. Одна из особенностей нашего сервиса в том, что у ваших детей и всей семьи остается воспоминание о молочнике. Ведь это классно. Дети взрослеют и рассказывают своим детям о том, как росли и что у них был молочник. Думаю, это круто. Эдди и ее мужу нравится оставлять у дома бутылки из-под молока и ждать молочника. Думаю, для него это приятное воспоминание, поэтому ему хочется, чтобы оно осталось и у наших детей. Некоторые покупатели намерены пользоваться услугами молочника в ближайшие полгода или год. А кто-то уже думает, что эта профессия и вовсе перестанет быть старомодной. Узбекские мастера гончарного искусства сильно пострадали во время карантина, поскольку их доходы зависят от туристов. В стране постепенно снимают ограничения, и мастера снова взялись за работу. Они надеются на скорое возвращение зарубежных гостей. Узбекский гончар Марат снова проводит дни в работе. В стране ослабили карантин, и жизнь понемногу возвращается в привычное русло. Марат, как и другие узбекские мастера, ждет возвращения туристов. Гончар делает вазы, тарелки с узорами и пейзажами и фигурки верблюдов. Например, ручные работы где-то делают 3-4 работы в день. И если там заготовки сделай заранее, может быть, и больше сделают. Где-то 4-5 работ в день получается. Узбекское гончарное ремесло зародилось на территории Риштана в Ферганской долине. Там еще в древние времена разработали уникальную технологию создания керамических изделий. Цвет гончарства и посуду делал, узоры зависят от человека, который его делает. Это от себя дается. Если любит это дело, значит, получится хорошо. Даже если он не умеет рисовать, не умеет только начинать, его сердце, душа делает хорошую работу. Изделия мастеров продаются в сувенирных магазинах. Сейчас покупателей мало. Продавцы тоже ждут туристов. Обычно сюда приходят ценители узбекского искусства. В колоритной росписи посуды заложен глубокий смысл. Орнамент на этой тарелке отражает создание Вселенной. Из центра мир расцветает и разрастается. Это наши национальные узоры. Есть другой вид орнамента в темных тонах. Это также ручная роспись. Особенность узора в том, что ни один не похож на другой. Первые керамические изделия риштанских мастеров, найденные археологами, относятся к 8 веку нашей эры. Тогда в узорах доминировал синий цвет. С годами добавлялись новые цвета, и посуда становилась разнообразнее. Пик расцвета этого ремесла приходится на 19 век. Уникальная находка за облицовкой камина. В одном из австралийских домов во время ремонта обнаружили армейский жетон периода Второй мировой войны. Находку вернули внукам военнослужущего. В австралийской Канберре обнаружили то, что стало настоящей реликвией для одной семьи. Для нас это особенная вещь.
Во время ремонта одного из жилых домов за облицовкой камина обнаружили армейский жетон периода Второй мировой. Электрик, который был со мной, сказал, что это армейский жетон, и поднял его. Тогда мы поняли, что нашли нечто особенное. Удивительным было то, что именно жетоне было точно таким же, как зовут отца одного из строителей, Эндрю Макнейл. Однако это был не его жетон. В итоге бригада обратилась в австралийский военный мемориал, чтобы найти родственников солдата, и это удалось. Жетон передали троим внукам Эндрю Макнейла. Как выяснилось, их дедушка попал в плен в 1942 году во время японской оккупации Сингапура. 3 года он провел в военном лагере в Чанги. Затем работал на строительстве тайско-бирманской железной дороги, также известной как «Дорога смерти» из-за ужасных условий строителей. Там он похудел килограммов на 35-40. Это очень много. Дом, где нашли жетон, был местом, куда Эндрю вернулся после плена и провел остаток своей жизни. Что касается его военной службы, то о ней он никогда не рассказывал. Для внуков Эндрю находка стала важной частью истории их семьи. В Казахстане на окраине Алматы во время карантина стали появляться снежные барсы. Они приходят на Большое Алматинское озеро, которое находится в 15 километрах от города. От казахстанского города Алматы до Большого Алматинского озера всего 15 километров. Но в последние несколько недель исследователи заметили здесь редких снежных барсов или ирбисов. Вероятно, это связано с тем, что популярную достопримечательность закрыли для туристов на время карантина, и животные почувствовали себя свободнее. Конечно же, в окрестностях Большого Алматинского озера снежные барсы обитают, но непосредственно близко к человеку, к дорогам, к жилью человеческому они не спускались. Исследователи устанавливают фотоловушки не только в местах обитания хищных кошек, но и там, где они потенциально могут оказаться. Одна фотокамера стоит рядом с озером. Мы зафиксировали три прохода снежного барса. 2 раза прошла самка с детенышами и один, скорее всего, самец, одиночный особь. Считается, что в мире осталось менее 10 тысяч снежных барсов. В Казахстане их всего 150. Исследователи не ожидали увидеть этих хищников на городской территории. Для нас это возможность, в том числе и для природоохранной общественности, шанс изменить ситуацию к лучшему, предложить такие экосистемные подходы, когда процесс урбанизации учитывает интересы животного мира, интересы снежного барса ради сохранения вот этих вот уникальных экосистем. Снежные барсы населяют горные районы Центральной и Южной Азии. Внесены в Красную книгу как уязвимый вид. Эти хищники редко нападают на людей. Снежный барс изображен на гербе города Алматы. В южнокорейском кафе появились робот-бариста и роботы-официанты. Такая система обслуживания позволяет меньше контактировать с людьми и соблюдать в повседневной жизни дистанцирование, к которому приходит страна. В кафе южнокорейского города Тэджон готовит кофе проворный робот-бариста, а доставляют напитки к столикам вежливые роботы-официанты. Новый обслуживающий персонал помогает людям меньше контактировать друг с другом. Наша система от заказа до доставки не требует участия людей. Столы расставлены так, чтобы не мешать передвижению роботов. Это хорошо вписывается в современную ситуацию, когда надо дистанцироваться. Робот-бариста знает 60 рецептов приготовления кофе. Этот кофе на вкус такой же, как приготовленный человеком. Роботы-официанты вежливо разговаривают с гостями, подавая кофе и даже советуют, как его лучше выпить. Также они самостоятельно выбирают наиболее удобный путь к столику клиента. В этом году таких роботов планируют поставить в 30 южнокорейских кафе. Одна израильская больница представила палату будущего, где врачи будут тестировать новые технологии, а затем внедрять их по всем отделениям. Инженеры надеются, что такая умная палата поможет в лечении больных коронавирусом. Роботы, постановка диагноза удаленно и много технологий.
Вот такой видят больничную палату будущего израильские врачи. В одной из клиник Рамат Гана тестируют умную комнату, которая в будущем, возможно, станет новой нормой. По крайней мере, в Израиле. Врачи вместе с другими специалистами и разработчиками из медицинского центра Шеба пока работают с манекенами или людьми, которые лишь играют роль пациентов. Однако в скором времени подобные технологии собираются внедрять во всех палатах. Мы знаем, что внедрять новые технологии очень важно. И важно не только использовать нужную технологию, но и правильно применять ее в реальной жизни. И именно этим мы и занимаемся в этой палате. Идея такой умной палаты появилась задолго до вспышки коронавируса. Однако после начала пандемии больница решила ускорить свои исследования. Особенно актуальным это стало, поскольку многие вещи можно делать удаленно. В настоящее время врачи и разработчики тестируют робота, который обеспечивает общение с врачом. Также с его помощью пациент может помогать проводить простое обследование, например, прослушивание легких и сердца. Мы пытаемся предугадать, как будут предоставляться медицинские услуги через 10 лет. У нас есть много направлений и трендов, но уже сейчас можно что-то определить. Мы не хотим быть пассивными пользователями технологий. Мы хотим стать стимулом для создания новых. Еще одна функция, которая, возможно, поможет врачам, это дополненная реальность. С ее помощью медицинский персонал учится устанавливать аппараты искусственной вентиляции легких и управлять ими. В свете пандемии это также стало очень актуальным навыком, однако, как оказалось, не все медработники умеют это делать. В медицинском центре надеются, что технологии в будущем позволят предоставлять более качественные услуги пациентам. Тем временем возле дома престарелых во Франции установили необычную надувную палатку для свиданий с родственниками. Внутри она разделена прозрачной пленкой. Так пожилые пациенты не рискуют заразиться коронавирусом и в то же время слышат родных лучше, чем через стекло. Француженка Натали наконец-то может не только увидеть мужа, но и прикоснуться к его руке. Правда, супругов разделяет прозрачная пленка. Жозеф живет в доме престарелых в Бурбуре, и с 22 мая здесь снова разрешены посещения. Сначала родственники общались через стеклянные двери внутри здания, но администрация дома престарелых решила, что это похоже на свидание в тюрьме. К тому же люди плохо друг друга слышали. Тогда возле здания установили надувную палатку в виде гигантского пузыря с двумя тоннелями по бокам. Так родственники могут встречаться без всякого риска, и в то же время расстояние между ними словно сокращается. Прикосновение очень важно, особенно для людей с болезнью Альцгеймера. Иногда они уже не говорят и могут только дотронуться до собеседника. Остается лишь соприкосновение рук. Надувную палатку здесь уже прозвали «пузырем счастья». В доме престарелых живут 60 пациентов, и никто не заразился коронавирусом благодаря строгим карантинным мерам. В Кении во время карантина закрыли все спортивные объекты. Однако многие атлеты стремятся постоянно поддерживать форму. По утрам они собираются у дороги в Кисуму и тренируются. Кенийские атлеты превратили обочину дороги, проходящей через Кисуму, в спортивный зал под открытым небом. С марта в стране в рамках борьбы с эпидемией закрыты все комплексы и стадионы. Однако спортсмены хотят постоянно поддерживать форму, поэтому приходят сюда по утрам. Эвелин приложила много усилий, чтобы войти в сборную Кении по боксу и полна решимости победить в ближайшем турнире. Я призываю других спортсменов тренироваться. Они не должны останавливаться из-за страха перед коронавирусом. Во время тренировок тело укрепляется, и вы не заболеете. Эти тренировки очень полезны. Это можно видеть по европейским странам. Например, когда тренеры футболиста лондонского «Арсенала» заболели коронавирусом, то очень быстро выздоровели. Некоторые приходят сюда семьями. Винсент тренируется вместе с дочерью. Он занимается тхэквондо. Мы планируем представлять страну в октябре на чемпионате мира по тхэквондо в Китае. Но, к сожалению, COVID-19 распространяется, и мы не знаем, когда эпидемия закончится. Просто надеемся, что это случится до турнира. Во время карантина Винсент потерял работу тренера, поэтому призывает правительство помочь таким, как он.
Между тем, утренние тренировки вдоль шоссе привлекают все больше кенийских спортсменов. Сюда приходят баскетболисты, футболисты и даже танцоры. Китайский дизайнер одежды сочетает моду с функциональностью. Она создает красивые шелковые маски для лица, вышитые цветами, а также защитную одежду с принтом в виде цветов. Пекинский дизайнер Джоу Ли сочетает моду и функциональность. Она создает стильные защитную одежду и аксессуары, которые стали очень актуальными во время пандемии коронавируса. Это медицинский защитный костюм, который разработала наша команда, а это маска, которую мы создали. Нашей основной идеей было предоставить женщинам, которые стремятся к красоте, прекрасную и безопасную одежду. Шелковые маски оснащены съемными фильтрами. Также на них есть красивая вышивка. В день компания Джоу может изготовить до 600 масок, однако по-прежнему не может удовлетворить спроса. Мы увидели, что людям нужно менять маски каждые 4 часа. Повторное использование и выброшенные маски стали большой проблемой. Кроме того, наступает лето, носить маску слишком жарко. Что делать? Я подумала, что можно использовать китайский шелк разных цветов, чтобы подбирать маски под одежду. А на защитных костюмах, разработанных Джоу, принт из тюльпанов. Она говорит, что придумала их для подруг, которые хотели надевать стильные и безопасные наряды во время авиаперелетов. Некоторые изображения на масках имеют особое значение. Например, золотые орхидеи символизируют гармонию в семье, достаток и много детей. Также китайцы верят, что изображения цветов на одежде могут отгонять злых духов. Маски продают примерно по $16 за штуку. Джоу говорит, что планирует расширить продажи на Англию и Италию. В Праге открылась выставка масок для лица. Эти аксессуары стали своеобразным символом создавшейся в мире ситуации. За многими экспонатами выставки стоят необычные истории людей. Десятки защитных масок для лица стали экспонатами новой выставки в Национальном музее в Праге. По мнению организаторов, эти аксессуары – символ нынешней ситуации и войдут в историю как свидетельство пандемии. Мы выбирали маски с уникальной историей, которая рассказывала бы гостям о том, что их сограждане пережили в последние недели и месяцы. Среди экспонатов маска со схемой пражского метро. Ее сделал подросток, страдающий аутизмом. Есть маска с маленькой лентой сбоку. Она создана, чтобы повысить осведомленность людей об онкологии у женщин. А за этим аксессуаром стоит история любви. Эта маска сшита из свадебной рубашки жениха. Женщина не могла ее выбросить. А когда началась эпидемия, она разрезала рубашку и сшила маски для мужа. Чешское правительство одним из первых обязало граждан носить маски вне дома. Но когда эпидемия только началась, этих средств защиты не хватало. Тогда чехи стали шить их сами. У этой выставки есть смысл, поскольку она демонстрирует творчество наших людей. Удивительно было то, что когда масок во всем мире не хватало, наша нация сделала их за 3 дня. Вскоре у каждого появилась своя маска. Были и красивые, и смешные, и дизайнерские. Я работаю в сфере здравоохранения. Самым запоминающимся для меня стало то, что когда у нас в больнице ничего не было, весь народ поднялся и за несколько дней нашил масок. Люди должны помогать друг другу. На выставке также представлены маски с народными мотивами, шуточными картинками и даже с изображением чешского флага. Чехам уже разрешили не носить масок на открытом воздухе, но в транспорте и общественных местах они пока нужны. На сегодня у меня все. До встречи в следующих выпусках.